Начинаем урок математики. Так, ты за лягушку будешь играть. Вот. Ну ладно, лягушка у нас пока в первом классе. Она не умеет, не знает цифры. Она будет учиться мозаику собирать, цвета разучать и считать. А кабан уже у нас во втором классе. Он у нас будет считать. Посчитай, кабан, сколько здесь груш? 1, 2, 3, 4, 5 груш. Сколько слив? Могу. 1, 2, 3, 4, 5 Правильно, 5. Сколько вишен? Могу. Лягушка пусть тоже считает. А ты гром? 2, 3, 4, 5 Тоже 5. А сколько крыжовников? 1, 2, 3, 4, 5 Тоже 5? Сколько ягодок? 1, 2, 3, 5 А сколько яблочек? 1, 2, 3, 4, 5 Тоже 5. А здесь кружочков сколько? 1, 2, 3, 4, 5 5. И какая это цифра? 5. А вот это какая цифра? 2. Кабан, вспомни, какая это цифра? А вот это какая цифра? 2. Посчитай, сколько здесь кружочков? 1, 2, 3, 4 4. А яблок сколько? 1, 2, 3, 4 А какая это цифра? 4. 4, а не 1. А вот это какая цифра? По-моему, Б. Б? Да. А цифры Б не бывает. Бывает буква Б. Нет. Надо учиться считать математикой. Считай, сколько яблочек? 1, 2, 3 А ягодок? 1, 2, 3 Так какая же цифра? 3. 3. Так. А это какая цифра? 1. А это какая цифра? 2. 2. А покажи мне цифру 5. 5. Тимоша, Серафим показывает цифру 5. Груши? Посчитай, сколько груш. 3. Вот, смотри, одна груша, да? Одна. Вот это две груши. Давай, 1, 2 лягушка считает. А это 1. А это сливы, Тимош. Сливы. Посчитай. Вот одна слива, а вот 2. 1, 2 А вот 3 сливы. 1, 2, 3 А это вишенки. Вишенки, ягодки. Вот одна вишенка, а вот 2. Вот одно яблоко, а вот 2 яблока. 1 крыжовник. А тут 2 крыжовника. А здесь 1, 2, 3 Целых 3 крыжовника. Еще раз повторяем. Какая цифра, кабан? Отвечай быстренько. 5. Сколько кружочков? 1. Сколько яблок? 1. Цифра какая? 1. Это какая цифра? 2. Правильно. А это какая цифра? 3. А это какая цифра? 4. А это какая цифра? 5. Так, а это какая? 3. 5. Вот так пишешь. Так 5, вот. Вот 5. 1, 2, 3, 4, 5. Вот цифра 5. Покажи цифру 4. Правильно. Покажи цифру 2. Где? Это 2. Вот двойка. Она как гусь. Вот у нее голова. Вот хвост. А тройка на букву Z похожа, она также пишется как Z. Так, а где единица? 1. 1. Да, на палочку похожа 1. А где 5? 5.
Вот, 5, да, вот она как пишется. Похоже на букву Б, если палочку до конца провести, будет Б. Пятерка на букву Б похожа. Покажи, где 5 яблок. Да. 1, 2, 3, 4, 5. А где 3 яблока? 4. А где 3? 1, 2, 3. Где 3 яблока? 1, 2, 3. Скажи, вот 3 яблока на этой картинке. Он показывает уже сразу ответ. Вот 3 яблока. А где 3 крыжовника? Вот 3 крыжовника. А где 3 сливы? Да, вот 3 сливы. Вот в этом ряду всего по 3. 3 сливы, 3. А здесь всего по 2. Вот цифра 2. 2 кружочка, 2 яблока, 2 ягодки, 2 крыжовника, 2 вишенки. А вот тут 2 сливы, 2 груши. А вот тут. А здесь все по одному. Один кружок, одно яблоко. Одна ягодка, клубничка. Один крыжовник, одна вишенка. Да, здесь всего по 4, а вот здесь всего по... Почему 3? По 3, вот. Вот по 3. 1, 2, 3. По 5. 1, 2, 3, 4, в серединке 5. Теперь задание. Давай теперь задание кабану. Надо из мозаики найти... Две зеленых, одну красную и одну синюю. Запомнил задание кому? Две зеленых, одну красную, одну синюю. Принести мне. Пусть он, Тимош, пусть он возьмет две зеленых, ему нужно. Всего лишь две. Всего лишь две ему нужно. Не дашь? Не буду. Ну, значит, я сейчас другой что-нибудь достану. Я не буду. Так, 10 штучек мне нужно. 10. Каких? Любых. Вот таких. Всех подряд. 10. До 10 считаем. Таких? Да, до 10 считаем. Десять штучек? Да, 10 любых штучек мне. Вот. Вот, 10. Молодец, правильно. Давай их кошечки. Кошечки? Да, кошечки клади. Вот. Лапки. Кошечки. Лапки. А Тимош, да, у нас уже мозаику. Он как собрал.